Бренд, он не просто начало слова «унтустык». В переводе с казахского языка он означает «правильный», «правый». На отчетной встрече с населением аким Южно-Казахстанской области Бейбут Атамкулов представил логотип «Унтустык». Новый визуальный бренд области разработан одним из ведущих дизайнеров Казахстана. Например, он жак, он эс, правое дело, он жол, правильное направление, он бата, благословление, он жагнан кондеру, проявлять заботу. Новый логотип позволит повысить узнаваемость Южно-Казахстанской области, а перевод логотипа еще раз доказывает, что принимается правильное решение. Мы решили узнать, во сколько обошелся ребрендинг бюджету области. Однако максимум предоставленной информации свелся к контактным данным художника, автора логотипа. Мы связались с Эриком Буксиковым посредством электронной почты. И вот как он объяснил свое участие в проекте. Работа по созданию образа «Унтустык» делалась мною для области бесплатно. Если лого будет внедрен в работу, я просто готов переехать в Южно-Казахстанскую область и работать по интегрированию, использованию этого лого, чтобы сохранить его свойства и не потерять ценность. Хотелось бы подчеркнуть одну мысль. Лого области не является заменой гербу. Как многие реагируют, я не замахиваюсь на святое. На архаичные и сакральные символы я сделал лого, которое основано на специфике региона после проведенных исследований этнокультурного свойства. В осознании выводов мне очень помог и сам акима Южно-Казахстанской области Бейбут Бакирович Атамкулов и главный архитектор области Бахыджан Кудайбергенович Ашербаев. Пользователи сети высказали свое мнение относительно нового логотипа. Если одни говорят, что логотипы, мягко говоря, не нравятся, другим идея пришлась по душе. Керемет! Правда, не обошлось и без негатива. Кто-то посчитал, что логотип не отражает сущности Южного Казахстана. Как пояснили в пресс-службе акима области, это еще не окончательный вариант. Это только запланированный проект. Все имеющиеся варианты бренда области будут опубликованы в социальных сетях для обсуждения. Если у вас существуют какие-либо идеи, они будут приниматься тоже. А это значит, у любого желающего есть шанс представить свое видение логотипа Южного Казахстана.